За что задержаны сотрудниками полиции? Не знаю. Здесь что делали в данное время? Когда? Сегодня, во время задержания. Ну, ехал. Куда ехали? С какой целью? Надо было человека встретиться. За что задержаны? Не знаю, понятия не имею. Увлекались? Нет, нет, я водитель, всю жизнь за рулем. Водитель? На 35-м маршруте работаю. А сейчас на чем ехали? Вон, на четверке. В машине есть предметы, запрещенные в гражданском обороте? Нет, нет, нет. Какие технические устройства специальные? Ничего у меня нет. Ничего нету? Ничего у меня нет. А здесь что делали вообще? Я ехал человеку увидеть, ну, сегодня выходной. Проживаешь где? Да нет. А здесь где, в Астрахани проживаешь? Квартира, первый этаж, точно, первый этаж, знаю, первый. А из Тольятти сюда с какой целью приехали? Ну, просто приехал. Просто к друзьям? Да. Вы ехали в автомобиле ВАЗ-2104? Три. Три человека было? Три троими. А кто эти люди, они к кем вам приходят? Ну, просто грузины, не все знаю. Грузины? Все да. Грузины знаете? Да. Нет, здесь не знаю, вот этих знаю. Вот этих знаете? Да. Получается, дублирует сигнал, да? То же самое, скорее всего. Уважаемый! Олень, по тебе! На правый бок! Иди! Сюда, к стенке! Где? Стои. Где? В правом кармане. У него брелок в кармане что-то там. Еще. Двигайся туда.